Всем добрый день! Приглашаю вас в мое новое видео. Сегодня будет предновогодний, очень насыщенный влог. Буду много готовить, несколько блюд из одной курицы. Также покажу вам вариант новогодней выпечки. Планирую предновогоднюю уборку и поделюсь кое-какими интересными покупками. Я сегодня проснулась с небольшими отеками под глазами и как раз хочу попробовать новые патчи. Недавно заказала на Валберис. Это гидрогелевые патчи на тканевой основе. Я на пробу взяла две пары, также можно там купить 3 либо 5. Каждая пара в отдельной упаковочке. Как только я ее вскрыла, то сразу почувствовала очень приятный аромат. То есть они очень приятно пахнут. Мне понравилось, как они внешне выглядят. Здесь классный цвет, стильный принт. Они чудесно прилегают к коже, не сползают. С ними очень удобно заниматься другими делами. Я первый раз пользовалась тканевыми патчами, и мне они очень понравились. Именно тканевый материал патчи препятствует быстрому испарению питательных веществ с поверхности патчей для более глубокого увлажнения кожи. Возможно, вам тоже будет интересно попробовать такие патчи. Я ссылку оставлю под видео в описании. Заходите, там больше информации о них. Мне патчи понравились. Они хорошо справились с отеками, и такая кожа стала, знаете, более гладкая, как будто уменьшилось количество мелких морщинок. Ссылка под видео. Затем наношу утренний уход, делаю минимальный массаж. Я каждое утро делаю в течение там 2-3 минуток массаж лица. И не только лица, захожу на область шеи и декольте. Теперь на ручки наношу крем. Распределяю его, и все, я готова заниматься своими делами. Сейчас уже последняя неделя перед Новым годом. Хочется доделать все дела, которые запланировал. Я стараюсь, чтобы была домашняя горячая еда дома, ну и чтобы по минимуму уделить время готовки. Сегодня хочу из целой курицы сделать несколько заготовок. Разделаю ее на части. Ножки, крылышки, грудки, все отдельно. Косточки отправляю в кастрюлю, заливаю водой и варю на бульон. Чуть позже сварю из него супчик. Нам его хватит на пару дней. Бедрышки, голени и крылышки сейчас замариную и отправлю пока в холодильник. Замаринованное мясо в холодильнике до 2 суток прекрасно хранится. Маринад такой. Сметана, молотый имбирь, чеснок сухой, паприка, соль, лимонный сок. И любую специю для курицы. Перемешиваю, закрою сейчас стретч-пленкой и в холодильник. Это у меня будет заготовка, я потом быстренько отправлю в духовку и будет ужин. Из грудки решила сделать рубленые котлетки. Давно не делала, вот вспомнила этот рецепт и вам его напоминаю. Режу мелким кубиком грудку куриную. И теперь в чаше буду замешивать фарш. К нарубленной грудке добавляю 3 яйца. 3 столовые ложки сметаны, можно майонеза, если нет сметана, чуть-чуть горчицы, но это по вкусу, как вам нравится. Затем специи, чеснок гранулированный, соль, специя для курицы, у меня от Катани, называется специя для курицы и индейки. Теперь все перемешиваю, и чтобы фарш загустить, я добавляю манку. К такому количеству ингредиентов добавляю 3 столовые ложки сверху манки. Еще раз перемешиваю и даю постоять где-то полчасика, ну, чтобы манка набухла и фарш будет хорошей консистенции. Ну, а затем обжариваю с двух сторон на сковородке с разогретым растительным маслом. Средний огонь под крышкой примерно по 3 минутки с каждой стороны. Также отварила макароны, добавила сливочное масло. Это у нас был вкусный ужин. Макароны с куриными котлетками рубленными и соленья домашние. Курочка у меня была с такой пышной грудью. Котлеток получилось в итоге достаточно много. И еще на следующее утро я делала сэндвичи. На хлебушек положила котлетку, добавила свежий огурчик, намазала соусом. И прекрасный был завтрак. На курином бульоне я сварила супчик. Косточки достала из бульона, сняла с них мясо. А в бульон добавляю нашинкованный картофель и репчатый лук. Варю до готовности. Пассирую морковь. У меня из заготовок, вот как видите, замороженная. Когда картофель с луком уже сварились, добавляю немного мелких макарошек, паутинку. Пассированную морковь и кусочки мяса отправляю также в кастрюлю. Немного зелени для вкуса и цвета. В итоге у меня из одной курицы получилось несколько блюд, которых мне хватит на пару дней.
В нашей семье уже сложилась такая традиция, что в каждом году мы перед Новым годом делаем какой-то такой общий подарок для нашей семьи, для дома, для общего пользования. И в этом году таким подарком для всех нас стал климатический комплекс. В выходные нам его доставили. Папа наш был на работе, но зато сын был у нас в гостях. Ну и, конечно же, мы не стали дожидаться вечера. Хотелось скорее его распаковать и начать пользоваться. Климатический комплекс Отрамид сочетает в себе функции вентилятора, увлажнителя и ионизатора воздуха. В комплекте есть инструкция, где очень понятно и наглядно показано, как настроить климатический комплекс. Управлять им очень просто. Здесь сенсорная панель, значки очень понятные, где легко запомнить, какой из них управляет нужной функцией. Ну и давайте я вам расскажу, какие же у него функции. Во-первых, он работает как вентилятор. У него есть 4 скорости обдува. А еще здесь есть в вентиляторе функция вращения. Угол поворота целых 70 градусов. Обеспечивает широкий охват обдуваемого пространства. Вторая функция климатического комплекса – это увлажнять воздух. Как вы знаете, зимой, где отопительные приборы работают на всю катушку, ну очень сухой воздух. Это плохо и для кожи, и для растений. Правильная влажность в доме, в квартире должна быть примерно 50-60%. Обычно в зимний период дома до 20 даже влажность не доходит процентов. Чтобы начать пользоваться функцией увлажнения воздуха, нужно залить воды. Объем нижнего бака достаточно большой, целых 7 литров. Но еще можно залить воду через верхний залив. Так удобнее. Вот и все. Теперь нужно на сенсорной панели нажать кнопку увлажнения. Следующая функция, очень полезная для нашего организма, это ионизация воздуха. Ионизация повышает уровень кислорода в крови и активирует процессы в организме, помогает поддерживать тонус. А еще этот климатический комплекс можно подключить в приложение Smart Life. После чего можно управлять прибором со смартфона. Здесь есть подробная инструкция. Мы пока в этом не разобрались. Как будет свободное время у моего мужа, я попрошу его все это подключить. Также в комплекте еще есть пульт управления. Ну, с пультом управления всегда удобно пользоваться любой техникой. Чтобы более наглядно понимать, как со временем меняется наш воздух в доме, мы еще взяли датчик качества воздуха. Он очень такой маленький, компактненький. Всего 8 на 8 сантиметров. В комплекте идет USB кабель, питается от сети или аккумулятора. Есть инструкция, ну тут вообще все просто, я сама быстро разобралась. Подключила к сети, выставила время, но все остальные данные он определяет и показывает. Он позволяет следить сразу за несколькими параметрами качества воздуха. Он определяет и показывает температуру, влажность, концентрацию мелких частиц и время. Вот такой вот новый житель появился у нас в доме. Я очень рада этой покупке. Посмотрите, какой он симпатичный. Сейчас в холодное время года мы его будем использовать как увлажнитель и ионизатор воздуха в доме, в летнее время еще и как вентилятор. Мы им попользуемся некоторое время, и я сделаю более полный обзор на него. Ну а пока я ставлю на этот климатический комплекс ссылочки под видео в описании. Проходите, знакомьтесь и себе заказывайте. Вчера заезжали в магазин, ну, пополнить запасы продуктов, ну и я дорвалась до специй. Хочу вам показать, потому что специи интересные. Некоторые я ни разу не покупала, но то есть для меня это новинки. Здесь много специй от Катани в основном. Некоторые специи, которые мне уже давно знакомы, я часто их покупаю, могу 100% рекомендовать. Ну, во-первых, это вот такая приправа для курицы. Она стоит в районе 100 рублей, но здесь целых 90 грамм. Специя обалденная. Я ее и в куриный суп добавляю, и в маринады для курицы, индейки, ну, очень вкусная. Вот, потом для салатов. Я уже, по-моему, как-то делилась с вами. Ну, еще раз повторюсь коротко. Беру вот такую специю. Для тосканского салата она называется. Можно добавить и в масло оливковое, можно добавить в сметану. Получается очень вкусно, то есть без никаких дополнительных еще добавок.
Вот. Потом приправа для Цезаря много взяла. Это тоже вот не нужно ничего мудрить особо. В сметану добавляю чуть-чуть чесночка, чуть-чуть лимонного сока и вот этот вот содержимое пакетика. Получается отличнейшая заправка, очень вкусная. И быстро, легко делается. Взяла чуть-чуть с запасом. Ну, это паприка копченая. А вот такие специи от Катани я беру первый раз. Пока не могу ничего сказать, но насколько они вкусные. Ну, почему-то уверена, что они все должны быть классные. Если кто-то из вас уже покупал какой-нибудь вариант, поделитесь в комментариях, буду очень рада. Ну и вообще, мы, девочки, да, хозяюшки, обсудим это в комментариях. Так, приправа для птицы на углях. Я думаю, что должно с таким ароматом быть... С ароматом лета, с ароматом барбекю. Вот такого плана специи у них всегда с солью. Меня это не расстраивает. Почему? У них отличные пропорции у Катани. Если там написано на килограмм мяса, добавляешь пакетик и уже не нужно солить. И получается в итоге отлично. Ну вот по нашему вкусу хорошо. То есть и не недосол, и не пересол. То есть вот так птица, для птицы на углях. Дальше. Очень меня заинтересовала вот эта специя. Приправа для гриля шашлыка «Яркий Нью-Йорк». Наверное, тоже что-то очень вкусненькое. Мне кажется, на ребрышке вот очень вкусно будет. Также на углях, для овощей и грибов. Вы знаете, кто смотрит меня, я часто делаю на какие-то застолья овощи. Либо на домашнем гриле, на электрическом, либо на уличном гриле. Ну, наверное, для маринада тоже будет очень вкусно использовать такую специю. Так, еще травы для салатов. Ну, это, наверное, что-то схожее с вот эти варианты, да? Ну, вот я решила взять и этот вариант тоже попробовать. И еще ни разу тоже не пробовала. Меня прямо очень заинтересовала приправа для соуса гуакамоле. А я как раз хочу на новогодний стол сделать гуакамоле. Ну и вот попробую, чтобы самой не мудрить там, да, не добавлять все, что нужно, а вот использовать специю уже такую смесовую. Уже все подумали за тебя для гуакамоле. Взяла два пакетика. Так, это у меня целая куча специй от Катани. И еще вот три варианта от Маги. Иногда беру, не все варианты мне нравятся. Вот, ну вот такую, например, брала несколько раз, мне понравилось. Прям мясо тушишь любое, говядину, да свинину, да вообще любое. И добавляешь вот содержимое пакетика. Ну там написано, как пользоваться. Вот, воды нужно добавить еще там. Ну, я бульон добавляла, а не воду. Получается очень вкусно, ароматно, прям хорошо. Хорошая приправа. Дальше, для цыпленка топака тоже брала. Тоже мне понравилось, поэтому вот тоже повторила. Была по скидке, тоже взяла на пробу куриные крылышки барбекю. Мы крылышки любим, я готовлю их периодически. Ну вот готовый тоже маринад, вот взяла. Ну и еще тут стоит у меня тоже свежая покупка, бутылочка оливкового масла. Здесь оливковое масло дезодорированное, рафинированное, плюс нерафинированное. Я люблю добавлять в салатики. Вот, у меня Юля даже любит хлебушек поджарить, немного пройтись по хлебушку чесночком и тонкой струйкой полить вот таким оливковым маслом и скушать. Очень вкусно. Ну, вот такие вот у меня покупочки для готовки. Впереди новогодние праздники. Я думаю, что воспользуюсь многими этими специями. Да, конечно, очень много дел перед Новым годом, уже последние денечки. Но я все-таки решила выделить время, поменять все постельное белье, постирать пледы. Ну вот на первом этаже, на диванах у нас лежат, и мы вечером прикрываемся ими. Ну так как-то комфортнее лежать под пледом. В общем, у меня два комплекта постельных белья, три пледа. Ну и также накопилось много уже одежды, домашней одежды, там носки, белье. В общем, хочу все перестирать, чтобы потом в праздничные дни вообще про это не думать. Недавно мне попалась такая интересная информация про стирку. Вроде бы я это все знаю и много лет занимаюсь стиркой, но как-то информацию обновила у себя в голове и хочу и с вами ею поделиться.
Я думаю, что у 99% тех, кто меня смотрит, есть стиральные машины. Чтобы на глаз определить загрузку, существует несколько правил. Хлопком можно заполнять весь барабан, только не заталкивая вещи внутрь. Изделия из синтетики должны занимать половину барабана стиральной машины, а шерстяные вещи составлять всего треть барабана. Ну и, конечно, нужно средство для стирки. У меня сегодня новое средство, универсальный помощник гель для стирки «Мама постирала». Классное название, меня прямо оно как-то зацепило. Заказала на Валберес, как всегда, большую канистру 5 литров. Написано, что хватает на 166 стирок. Вот я уже за сегодня сделала 6 стирок этим гелем. Производитель этого геля для стирки расположен в Саратове, но это прям наши соседи. На страничке Валберес очень много положительных отзывов. Средний балл 4,8. Ну вот и я им выстирала целые горы вещей. Хороший гель, отстирывает свежие пятна, оставляет еле уловимый нейтральный такой запах, экономичный расход. Если вы решили попробовать что-то новенькое, либо поменять свое средство для стирки, рекомендую взять на пробу. Ссылку на него, как всегда, смотрите под видео в описании. Еще хочу вам показать мою недавнюю покупку. Это вот такое складное ведро. Я, ну, приблизительно года полтора планировала купить себе складное, но только не ведро, а тазик. Если честно, я даже и не догадывалась, и не знала, что есть и складные ведра. В общем, я этот тазик смотрела на Валберес, на Озон. Ну, вот как-то не срасталось у меня его заказать. То слишком дорого мне казалось, то слишком подозрительно дешево, думаю, будет какой-нибудь хлипкий. А это заказывала на подарки средства Faberlic. Я вам их в прошлом видео показывала. И увидела, что там в каталоге есть это ведро. Там у них есть 5-литровое и 10-литровое. Я заказала, конечно же, 10-литровое. Я не нарадуюсь на него. Какое оно обалденное. Разложить можно его наполовину и будет 5-литровое. Вот как тазик он и выглядит, как тазик. И по объему можно целиком разложить, и тогда можно здесь замачивать вообще очень много белья. Я для этого его и купила. Есть петелька, чтобы в складном виде его куда-нибудь можно вешать было на стену либо в шкафу. Есть выемка внизу на дне, чтобы когда переворачиваешь, выливать воду, ну, удобно его держать. Ну и ложбинка ведь также есть, чтобы удобно выливалась вода. Помимо огромной стирки, которую я вам уже показала, мне еще была целая гора вещей с пятнами, белых вещей, которые нужно отбелить. Ну и вот конкретно для таких нужд, чтобы замачивать вещи в кислородном отбеливателе, я и купила это раскладное ведро. Помещается, ну, очень много вещей. У меня здесь и белая скатерть, и дорожка, и какие-то там полотенчики, и трусики. В общем, вместительное, добротное, качественное ведро. В сложенном виде занимает очень мало места. И еще там же прихватила две зубные пасты. Пускай лежат про запас. Классные пасты. Я как-то их уже достаточно давно брала. Может, с полгода назад. И вспомнила, что они классные. Вот взяла. И еще ополаскиватель для полости рта. Хороший, такой, знаете, в меру ядреный, приятный на вкус. Хорошо освежает. И еще в сегодняшнем влоге хочу поделиться с вами вариантом новогодней выпечки. Как видите, у меня здесь елочка и звезды. К сожалению, когда начала монтировать это видео, оказалось, что несколько файлов были повреждены. Но я вам сейчас быстренько расскажу, что я сделала до этого момента. Это слоеное тесто, я его разморозила, раскатала немного, вырезала треугольник с ножкой, ну, чтобы получилась у меня елка. По бокам сделала бортики по всему периметру этой елки. Наложила туда натертый на терке сыр. У меня сулугуни. Из обрезков теста, которые остались от елочки, я вырезала вырубкой маленькие звездочки. Из второго листа слоеного теста я его также немного раскатала, вырезала вырубкой большие звезды и маленькие звездочки. На большие звезды наложила сыр у меня с голубой плесенью и сверху положила маленькие звездочки. Все тесто смазала яйцом и отправила в духовку запекаться при температуре 200 градусов на 15 минут. Получилось очень ароматно, вкусно и симпатично. Ну и, конечно же, праздничный вид, такой рождественский, новогодний. На звездочке, где сыр с голубой плесенью, я добавляю вишенки с вареньем. Можно добавить какой-то джем. Во-первых, это придает яркости блюду. Но, во-вторых, очень вкусное сочетание.
В этот вечер у нас с мужем был ужин с вином и такая закуска на основе слоеного теста с сырами, отличное дополнение к бокалу вина. Ее можно сделать и на новогодний стол в качестве аперитива, либо в качестве хлебной закуски. Ну, я имею в виду вместо гарнира. Ну, на сегодня я буду заканчивать свой влог. Я надеюсь, вы его досмотрели до конца, вам было интересно, и вы поставите мне лайк, напишите любой комментарий. В этом году выйдет еще одно видео прямо в канун Нового года. Ну, а сегодня всем пока и скоро увидимся!